тульских школах предлагают новый вид услуг – тестирование по отпечаткам пальцев. Педагогов и родителей уверяют, что все данные о личности и наклонностях детишек предопределены с рождения. Чтобы узнать, какую профессию выбрать, каким видом спорта заняться и каких болезней опасаться, достаточно считать узор с кончиков пальцев. Центров по тестированию в Туле 2 – «Инфолайф» в Черняковском переулке и «Генетик-тест» на Путейской. Но стоит ли соглашаться на эту услугу? Вот вопрос. Они уже проникли в школы, где за доступные, если верить рекламе, деньги обещают родителям выявить скрытые таланты их чада за считанные минуты. В школу к моей дочери пришли неизвестные люди и через учителя начали агитировать детей к групповому тестированию. Не, я думаю, что я не согласилась бы. Во-первых, какое-то неизвестное что-то такое, такое вообще первый раз слышу об этом. Я бы с настороженностью отнеслась к такого рода манипуляциям со своим ребенком. Потому что я считаю, что нужно доверять любые манипуляции, действия с детьми любого возраста, людям проверенным, квалифицированным, имеющие соответственные сертификаты, подтверждающие их владение теми или другими компетенциями. Поэтому меня это очень сильно настораживает. Психологический портрет ребенка составляется при помощи дактилоскопирования с применением аппарата, похожего на обычный ноутбук. Собранные данные обрабатывает специальная компьютерная программа. По заверениям разработчиков, вся технология строго научна. Однако перед тем, как ребенок положит руку на сканер, родителям не мешает задуматься. Специальная комиссия РАН выпустила меморандум о лженаучности коммерческого тестирования по кожным узорам пальцев рук. В нем отмечается, что такое тестирование и основанные на нем рекомендации по выбору видов спорта, профессий или партнеров не имеют научного обоснования. Не воспринимать такие рекомендации всерьез советуют и профессиональные психологи. Насколько я понимаю, это франшиза, это кто-то написал программу, сейчас продает, и купить может кто угодно. То, в общем-то, выводы, которые сделаны в результате работы этой программы, они сделаны чисто компьютером, и нет никакого индивидуального подхода. И само по себе это не очень, наверное, хорошо. Потому что психология – это довольно-таки очень сложная наука, и человек, обладая одинаковым набором каких-то качеств, в одном случае он может стать гениальным артистом, а в другом случае он может стать, обладая тем же набором качеств, он может стать преступником и аферистом, к примеру. Очень много зависит от того, в каком окружении, в какой обстановке живет человек, какие принципы проповедуются в сегодняшнем обществе, какие цели перед ним стоят и так далее и тому подобное. И, конечно, но это мое личное такое субъективное мнение, я бы относилась к таким вещам очень осторожно. Никто не гарантирует, что персональные данные ребенка в результате такого тестирования не попадут в чужие руки. Сегодня отпечатки пальцев обычных законопослушных граждан мало что значат. Но в ближайшие годы, уверяют ученые, по ним будет открываться доступ к банковским картам, вкладам, даже в личные автомобили и квартиры. Отдавая сегодня в чужие руки отпечатки пальцев своих детей, мы рискуем лишить их безопасности в будущем. Задумайтесь об этом. Евгения Леднева, Виктор Ростовцев, Телетула.